Друзья, всем привет! Это видео посвящается тем людям, которые говорят, что телефоны на Android, старые телефоны не обновляются и на них не приходят никакие обновления. Видео снимаю на iPhone SE, видеокамеры под рукой сейчас нет у меня. Вот, в общем, посмотрим, как будет качество. Смотрите, это Samsung A3 2016 года и он работает на 7 Android. Так, сведения о телефоне, состояние ПО. Пожалуйста, смотрите. Значит, версия Android 7.0. И что у нас здесь? У нас здесь обновление. Загрузить. Обратите внимание, что новое обновление занимает 333 мегабайта 81. Сейчас я скачиваю его по беспроводной сети Wi-Fi и обновлю по воздуху. Значит, давайте запечатлим версию прошивки, вот 7.0 и номер сборки. Пожалуйста, вот. Как вы все сами видите, осень 2018 года, Galaxy A3 2016 года, модель вот SM-A310F. Пожалуйста, все обновляется, все замечательно работает. Сейчас телефон обновится, и мы с вами посмотрим, что же изменилось. Скорее всего, это просто патч безопасности системы. Итак, прошивка у нас докачалась. Смотрим. Сведения об обновлении программного обеспечения. Версия A310, FX и тому подобное. Размер такой-то. Что нового? Добавлена информация об общем регламенте ЕС по защите данных GDPR. Обновление программного обеспечения может включать в себя, но не ограничиваться этим, улучшение работы устройства, исправление ошибок, новые и или усовершенствованные функции. Все, нажимаем установить. И телефон у нас обновляется. Ну что ж, обновление у нас завершено. Устройство обновлено. Нажимаем ОК. Все, отлично. Так, здесь происходит еще какой-то процесс обновления. Дополнительный, я не знаю, что это такое. И давайте посмотрим сборку сейчас. Сведения о ПО. Пожалуйста, сборка у нас поменялась. Вот так теперь все выглядит. И версия ядра у нас KST-2018, дата и время сборки прошивки. Все, пожалуйста. Вот он. Nougat. В заключение хочу сказать, что телефоны на операционной системе Android, старые телефоны обновляются, обновления приходят, и они работают идеально. В них не содержится никаких ошибок. Обновления выходят редко, но метко. Все, друзья, спасибо за внимание. Всем удачи и до следующих видео. Пока!